Здорово, бандиты! Вы снова смотрите выпуск на канале Ну а хули муви. Давненько мы с вами не обсуждали новые русские кальяны. Особенно, когда они оба прикольные. Особенно, когда они в одной ценовой категории. Есть что сравнить. Досмотри выпуск до конца. В конце мы разыграем эти два кальяна. Среди тех, кто посмотрел этот видеоролик, Мэйк Хука и новый кальян DSH Sky от краснодарского бренда. Поехали! Начнем с бренда DSH. Dream Smoke Hookah. Есть еще теория, что Денис Шуба, как владелец, как фамилия и имя владельца бренда производства, называется кальян. Значит, это бренд, который хорошо вам известен, много лет на рынке, всю дорогу делает качественные, прикольные и недорогие кальяны, делает их на своем производстве в Краснодаре. И, по-моему, это первый такой кальян, который в такой сумке у них продается. Кальян небольшой, туристический и сделанный из нержавеющей стали. Посмотрите сюда. У нас расширенная комплектация, скажем так, продукта. Блядь, где мой штук? Потеряли мой штук. У нас расширенная комплектация продукта. А, нет, не потеряли. Стоп. А, понятно. А, я думал, сова. Короче, это небольшой кальян из нержавеющей стали. Довольно привычные формы, ничего здесь такого супер необычного нету. Супер необычное во всем продукте я бы, наверное, записал мелассоуловитель. Посмотрите, какого он размера. Очень маленький. Чикс. И очень круто мелассоуловитель сочетается с основанием. Ну, короче, основные фишки кальяна — это вот это типа основание плоское и плоский мелассоуловитель. Сейчас, кстати, по мелассоуловителю поговорим потом отдельно. Самый большой восторг — это снимать с блюдец вот эти пленки. Кайф. В базовой комплектации кальяна, ого, вот эта конструкция. В базовой комплектации кальяна не идет сумка и не идет мелассоуловитель, но полный комплект, который у нас сейчас на обзоре, очень круто состыкуется с ценой кальяна второго в этом выпуске, кальяна Мэйк Хука, потому что полный комплект этого всего с сумкой стоит 9650 рублей. И полный комплект кальяна Мэйк Хука, вот этот, который есть здесь у нас, ну, как вы видите, он без колбы уже, стоит 9500 рублей. Соответственно, открываем. Я еще сам не открывал, поэтому сразу же первые впечатления свежаком. Красиво, красиво. Мне в целом, типа, заходит концепт того, как выглядит Мэйк Хука. Фишкой кальяна безусловный является, ну, переход вот этот с полиацетата на вставку из акрила. Прикольные вот эти элементы такие, брутвудовские, как на U4. И прикольная фишка с тем, что вот этот цвет, который у вас на шахте, на декоративной ее части, он примерно в такой же цветовой категории у нас перемещается на уплотнители. Это в целом фишка цветных уплотнителей под цветные шахты. Сейчас в стране типа никто не делает. Я думаю, что мы такую тему, ну, немножко подреализуем, в том числе в хулигане. Я думаю, что мы у ребят же их закажем, потому что, ну, это стильно, это прям невозможно отрицать. Продув у нас, соответственно, выходит отсюда. Шахта разборная и коннектор на магните. Смотрим, что еще есть в комплекте. Логотип компании Мэйк Хука. Это надпись Make и вот такой вот, такая вот сфера с полосочками. Ну и в целом кальян, конечно, типа прикольный. Значит, кальян сделали в
Фирстов, Роман и Давид Погосов, или Погосян, Погосов, который раньше работал в Ашиш и сейчас ушел заниматься направлением собственного бизнеса, производством кальяна. Выглядит это интересно. То есть это такая модель больше типа к любителям нержи. Это такое что-то более современное, более интересное, с съемным диффузором. Кстати, там диффузор просто на шахте. Здесь диффузор съемный. Выглядит симпатично. Давайте забьем чашку и попробуем покурить оба эти кальяна. Что, друзья, забьем чашечку Хулиган Хелфи. Чувствуешь это першение в горле? Заложило нос, озноб. Снова сидел под кондиционером, кричала мама. Имбирь с лимоном, самый профессиональный, наверное, самый насыщенный из вкусов Хулиган, который сейчас есть в наличии в нашей линейке. Но уже очень, очень скоро, ребята, будут новые вкусы. Под них уже готова куча маркетинга, куча мерча. Все такое на низком старте. И только ждем табак. И начнется жизнь такая... Красота. Тащи уголь. Ну что, друзья, я готов начинать пробовать. Готовы ли вы? А-ринг вмонтирован в основание, а на коннекторе а-ринга нету. Это довольно эстетично и прикольно. Значит, мундштук я одел. Не знаю, сильно разные кальяны для того, чтобы их сравнивать, но так как они находятся в одной категории, почему бы нам с вами это не сделать? Значит, пройдемся сверху донизу по фишкам. Healthy Cosmos. Значит, очень крутой кетчер в этом полном комплекте кальяна DCH Sky, он называется. Очень классный, тонкий, реально крутой кетчер. Мне он, ну прям, наверное, это прям самый стильный кетчер, который есть. Мне он очень нравится. Здесь кетчера нету, соответственно, в этом комплекте DCH у нас здесь вырывается вперед. Блюдце. Наверное, интереснее, 100% интереснее блюдце кальяна Make Hook'а, потому что туда чуть-чуть интегрирован логотип, видите, посередине. И, ну, оно такой более современной, наверное, формы. А шахта. Ну, здесь кальяны сравнивать, наверное, смысла нету. Это более интересное, современное веяние кальяна-производства, да, то есть здесь уже разные... здесь необычный стиль самой шахты, да. Часть кореса, здесь основание, ну типа как у геометрии хука, есть такое основание на кальянах. То есть понятно, что любой кальян, который сейчас собирается, это, ну, сборная солянка, и все что-то похожее когда-то делали, но здесь это все собрано в кучу, выглядит эстетично, нормально, прикольно, и типа внешний визуальный вид шахты мне, конечно, современнее кажется у кальяна Make Hook'а. Здесь больше для любителей классической нержавеющей типа истории в кальянах, таких людей тоже колоссальное количество до сих пор. Основание прикольно сочетается с кетчером у DCH. Кальян курится абсолютно нормально, но в отличие от Make Hook'а, безусловно, то, что тяга только диффузорная, может кому-то принести определенную степень неудобства, потому что, ну, даже в хулиганах я сейчас прихожу к тому, что тяга, ну, будет вариативная в кальянах. В пуле будет съемный диффузор, в хулигане бите, скорее всего, будет в комплекте лежать просто еще погружная типа такого формата, просто в которой есть дырки, чтобы человек накрутил ту, которую нужно использовать. Ну, конечно, в современных продуктах вариативность нужна, но тут нельзя забывать, что кальян еще сам по себе маленький, да, и если сделать классическую тягу, возможно, что хапалась бы вода, это никому не нужно. Значит, если резюмировать DCH, прикольный, туристический, в сумке, не напрягающий, маленький, для любителей вот этого классического вида кальянов из нержавеющей стали, с прикольным основанием и прикольным мелосоуловителем кальян. В комплекте также идет мундштук. Мундштук мне не нравится. Я не люблю
Ну, я не люблю, короче, короткие мундштуки. Я чувствую, ну, типа, пиздец себя с ним. Ну, как будто ты какой-то маленький китайский, да, с деревянной такой палочкой. Куришь кальянчик в школе. Перекидываем нашу чашку, попробуем покурить мейк-хука. Мы покурим его в состоянии классической тяги. С ним идет вот такой мундштук. Мундштук, надо сказать, прям такой довольно громоздкий. Я его представлял себе поменьше для такого кальяна. Но мундштук неплохой. Из двух частей состоит, соответственно, трубка из нержи и вот такая вот пластмассовая накладка. Бодро, бодро, нормально. Абсолютно курица мейк-хука. Структура пара, конечно, у хулигана волшебная просто. Очень нравится. Современнее мейк-хука, свежее, очень прикольно на самом деле, опять же, возвращаясь к теме с уплотнителями, вы видите, что они не просто есть, а они реально еще и сочетаются с накладкой. Это фишка конкретная, и кальяну за эту фишку можно поставить только вообще лайк. Ну и в целом, типа, по визуальной составляющей, по количеству какой-то мысли, продукту, кстати, зацените. Илюха, иди встречай гостей, что ты тупишь? Чем ты занимаешься? Ты не слышишь, они там 5 минут топчутся. В общем, итого, в сухом остатке у нас получается более современный, такой молодежный, трендовый, свежий кальян мейк-хука и более традиционный десаж. Как я уже сказал, эти кальяны прикольно было рассмотреть вместе, потому что они стоят примерно одинаковое количество денег. 9500 рублей в том комплекте, который есть, плюс еще потребуется колба, чашка, хиткипер, у кальяна мейк-хука. И такой же набор, только еще с мелассоуловителем, у кальяна DSH Sky. Пишите в комментариях, какой из кальянов вам понравился больше всего. А для того, чтобы выиграть один из этих продуктов, прямо сейчас заходите в ссылку на главный телеграм-канал кальянный всея Руси. Ну а хули в описании этого видео. Находите там этот видеоролик. И в комментариях под ним оставляйте любой пост. Ровно через неделю после выхода этого выпуска мы определим с вами победителя. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки и рассказывайте своим друзьям, братва. Чё кого, бич?